Сквер огнеборцев в скором времени появится в городе Железнодорожников. Накануне в Канаше заложили первый камень на месте будущего парка. В настоящем неприглядное место, а в будущем газоны, деревья, фонари, лавочки, а главное – пожарная машина «Урал» на стеле. Так, по замыслу проектировщиков, будет выглядеть сквер огнеборцев. Идею его создания поддержали депутаты Канашского городского собрания. На церемонию заложения первого камня в основании стелы пригласили ветеранов службы. Кстати, приурочили мероприятие к знаменательной дате. 89 лет сегодня Канашской пожарной охране. Это очень много или очень мало, судить, наверное, не нам. Но за эти годы зародилось и укрепилось очень много традиций, очень много людей прошло службу в пожарной охране. Расположится сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина.